мангистаусским предпринимателям и тем, кто мечтает попасть в их сообщество, подарили 100 идей с пошаговой инструкцией, как открыть свой бизнес. В книге из 400 страниц расписаны подробные расчеты, как создать, развить и окупить свой бизнес. Прежде всего, справочник предназначен для сельских жителей. Изготовление бытовых товаров, стройматериалов, производство пищевых продуктов, животноводство, растениеводство, а также услуги для населения. Большинство этих проектов требует вложений менее 10 миллионов тенге, а уже через год можно получить более миллиона чистого дохода. Кроме того, многие бизнес-планы подпадают под ряд государственных программ, таких как «Дорожная карта бизнеса 2020», «Агробизнес» и «Дорожная карта занятости». Энциклопедия доступна на двух языках – казахском и русском. Получить ее можно в офисе региональной палаты предпринимателей. Мне понравился один проект такой маленький, ну, на миллион, на 2 миллиона тенге. Тоже доступный очень это производство клея. Обычно такой проект, в принципе, производство клея, но там очень все расписано. Работников всего лишь 2, и расход тоже такой небольшой. Ну, я думаю, проект где-то на год, на 2 года спокойно окупится. Палата предпринимателей, изготовив эти сборники, которые бесплатно будут розданы всем желающим заниматься предпринимательством, а также и действующим предпринимателям. Я думаю, что это даст тот самый толчок в развитии предпринимательства, о котором всегда говорит наш глава государства.